йому пом'ясінько дай, молодой. Спил? Так. Свет был? Муж і син курящі, да? І один, і другий. А перед пожаром хто мог закурити? Не знаю. Тільки одного. Тільки одного, хто менший син. Менший син, можливо, закурив. Он був... Он серед ночі там не курить. Я заходжу, лежу свет, де в залі, о, надто він не спить. Думаю, я проверю, да, виключу свет. О, я заходжу, він спить і дим. Я не работаю, потому что... Не он, а где работает? Николай Николаевич, пожалуйста, расскажите обстоятельства пожара, который произошел вчера. Ну, гуляли мы по улице вечером за ночь. Видели сокон, густые клубы дыма. Позвонили в службу. Ну, я побежал туда. Когда забежал, как бы, двери были выбиты, вынес только. Ну, забежал, думать не было. Время забежал, было темно, совсем ничего не видно. Ну, сразу деда нашел на кровати, лежал, ну, полностью. Потом вытащил его, потом соседи говорят, еще бабка там должна быть. Ну, никто не хотел туда бежать. Забежал еще, нашел бабку. Вытащил бабку.